И снова здравствуйте, вы на канале Час Ремонта. Сегодня у нас на обзоре электрический водонагреватель Штибель DHC6. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Водонагреватель Штибель Эльтрон DHT6 – это максимально простое устройство для обеспечения одной или нескольких точек нагретой водой. Строгий и стильный дизайн достигается за счет выпуклой лицевой панели и декоративной вставки, размещенной по центру. В верхней части вставки выведена пара индикаторов. Первый оповещает пользователя о начале работы и завершении нагрева, а второй информирует о возможном перегреве. Подводка у модели располагается снизу, но производитель предусмотрел, чтобы можно было выполнить закрытый монтаж устройства, когда трубы спрятаны в стене, а подключение осуществляется внутри корпуса. Размеры водонагревателя всего 36 на 20 сантиметров с глубиной корпуса 104 миллиметра. Это позволяет размещать столь компактную модель даже в небольших помещениях. Водонагреватель выполнен согласно требованиям защиты IP24, то есть выдерживает попадание на прибор брызг воды, поэтому может устанавливаться в ванных комнатах. Прибор относится к напорным проточным устройствам, поэтому к нему подходит большинство бытовых смесителей, а в конструкции отсутствует накопительный бак. Тем не менее, аппарат обеспечивает быстрый нагрев воды при достижении определенной скорости прохождения холодной воды через нагревательный элемент. Водонагреватель предназначен для бытового применения и не имеет каких-либо органов управления. Регулировка температуры осуществляется на арматуре потребителем при открытии крана. Крепеж, документация. В комплекте, кроме самого водонагревателя, вы получите крепеж и документацию, упаковка, картон. Водонагреватель имеет простой принцип работы. При открытии крана потребителем через водонагреватель начинает течь холодная вода, нагреваясь за момент прохождения через нагревательный элемент. Прибор обеспечивает нормальную работу даже при небольших давлениях в водопроводной магистрали, начиная с 0,6 атмосфер. Регулировка уровня температуры осуществляется гидравлическим способом, то есть при необходимости увеличения температуры на выходе нужно сократить поток воды на арматуре, в результате чего скорость движения воды снижается, и она нагревается быстрее и сильнее. Когда нужно снизить температуру воды, стоит либо больше открыть кран, либо добавить холодную воду на смесители. Мощность энергопотребления при нагреве составляет 6 кВт. Вода движется через нагревательный элемент, который включается автоматически. Сам нагревательный элемент заключен в специальную медную колбу, что снижает риск образования накипи при взаимодействии с водой. В случае, когда температура нагрева превышает предельно допустимое для модели значение, срабатывает система защиты от перегрева во избежание выхода оборудования из строя и нанесения ожогов потребителю. Преимущества: небольшие габариты и малый вес водонагревателя, удобное гидравлическое управление, мощность 6 кВт, возможность подключения нескольких точек водопотребления, рабочее давление от 0,6 до 10 атмосфер, постоянный нагрев воды до температуры плюс 40 градусов по Цельсию, встроенная защита от перегрева, спиралевидный нагревательный элемент из меди, индикация режима нагрева и перегрева, нижняя подводка с возможностью скрытого монтажа, простой монтаж с помощью входящего в комплект крепежа. Аппарат адаптирован для работы с жесткой водой. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала негатив. Для достижения температуры приходится снижать напор воды. Большое потребление электроэнергии. Внутренние протечки нагревателя не являются гарантийным случаем. Но есть и позитивные отзывы. Компактное устройство, ничего лишнего. Наличие индикатора работы и перегрева. Автомат не требует присмотра. Монтаж простой. Реальное немецкое качество. Симпатичный внешний вид. Возможно, вы станете владельцем этой модели водонагревателя. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!